Друзья, вы совершенно правильно сделали, что отложили все свои дела и пришли сюда в киноклуб Большой Москвы, где вас жду я, Сергей Сидоренко. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фильм Элема Климова «Агония», посвященный фигуре Григория Ефимовича Распутина, фигуре до сих пор не понятой историками, фигуре совершенно неожиданно возникшей в ней. Кто он? Целитель и провидец? Или шарлатан? Я решил, этот человек должен покинуть Петроград и никогда, слышите, никогда более сюда не возвращаться. Конец. Вообще фильмов о Распутине снято немало, и удивительно, что гораздо больше за рубежом, чем в России. Распутин у них очень разный. Первый значительный образ, наверное, получился в фильме «Распутин и императрица», снятый в Соединенных Штатах в 1932 году. Сын мой, я все знаю, что у тебя на сердце. Мне очень тяжело, но все воля Божья. Зачем ты слушаешь Кайзера? Почему вы так говорите? Это у тебя в глазах. Сын мой, если идти по этому пути, России придет конец. Ты знаешь амбиции Кайзера на Востоке. Это первый шаг, а потом турки закроют Черное море. Отец, мне нужен духовный совет, а не политические взгляды. Ты же сам говорил, что Россия под прицелом. Высшие силы привели меня сюда. Кроме лечения Алеши, мне уготовано спасение трона. Будь тверд и все выдержишь. Покажи Кайзеру, что ты защитник слабых, что ты все еще царь. Простите, что прерываю, Ваше Величество, но обстоятельства требуют. Ваш министр иностранных дел получил еще одно требование из Берлина. А вы с человеком, который создал эту ситуацию, подрывающим ваше правительство. Что это значит? Этот человек, Ваше Величество, хочет ввергнуть Россию в войну. Это развал вашей страны, конец вашей династии. Ваши советники говорят противное, потому что они уже не ваши советники. Все преданные, лояльные люди покинули вас. Те, кто остался, его люди. Вы пользуетесь моей дружбой, князь. Сын мой, выслушай его. Если я такой, как он говорит, я не заслуживаю твоего доверия. Послушаем правду. Я говорю, что это он ввергает нас в войну. Но решать вам. Какое у вас право на беспочвенное обвинение? Право есть, Ваше Величество. Вчера вечером я пытался убить его у него дома. У меня есть право человека защищать собственную родину от врагов. Что? Я надеялся, сегодня вы подпишете мне смертный приговор, что я умру. Но и он тоже. И этот кошмар святого дьявола навсегда закончится. Навсегда. Да, да, да. Он пытался меня убить. Почему не пришли ко мне? У вас и так такая ноша. Раз Господь послал меня сюда, чтобы спасти Алёшу, меня-то он точно защитит. Разве жизнь Алёши зависит от него? Даже если с Алёшей что-нибудь случилось бы, меня бы не было, и они могли бы играть в свои маленькие игры, не так ли?
В 1967 году знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн предпринял уникальный эксперимент. Он нашел реального князя Юсупова, который, простите, кончал свои дни в забытии во Франции. Князь, во дворце которого был убит Распутин, рассказал Оссейну, как все было. А Оссейн экранизировал эти воспоминания князя. Алекс. Григорий Ефимович. Григорий Ефимович. А иногда Распутин вдруг предстает в кино этаким благостным голубоглазым обаяшкой, как, например, это было в картине американца Шефера «Николай и Александра». Смотрите, удивительный святой человек. Вы должны с ним встретиться. Настоящий старец прямо с полей. И лечит болезни наложением рук. Я сам видел. Видел инвалида в кресле с высохшими ногами. А этот старец, Григорий Распутин, поглядел на него, прикоснулся, помолился, и увечный поднялся и поскакал по комнате. Ну, может, не совсем так, но почти поскакал. Я пошлю за ним. Стоит ли? Батюшка-царь. Матушка, зачем тебе бояться? Зачем что? Я вижу, ты боишься. Чужие тебя пугают. Я знавал женщину в Покровском. Там мой дом, это деревня в Сибири.
Эта женщина так боялась чужих, что купила себе сосновый гроб и жила в нем. И однажды ее муж заколотил крышку, выкопал могилу и опустил ее туда. «Не надо, Иван!» – кричала она. «Я хочу, чтобы ты была счастлива!» – отвечал он. «Я знаю, но на небесах все чужие. Выпусти меня!» В 2011 году на свет появился русско-французский фильм под простым названием «Распутин», где за главную роль сыграл великий и ужасный Жерар Депардье. Фильм вышел на экраны в двух версиях – российской, которую сделал Ираклий Кверикадзе, и французской, над которой работал Венсан Фаржа. Чем версии отличаются, я, честно говоря, не очень понял, но для и той, и другой характерно отношение к материалу, ну, извините, как к анекдоту. Ведь можно рассказывать анекдот не как анекдот, а как истинную правду с совершенно серьезной миной на лице и не выдавая его за анекдот. Тихо! Слушай меня! А, это подарок императрице. Она вышила своими руками здесь мои инициалы. Кто может не верить мне? Она любит меня. Мама любит меня, а не вас. Музыка, играй! Давайте, играйте! Маргарита! Давайте, играйте, играйте! Это донесение наших агентов по Распутину. Скандал вышел страшный. Газеты до сих пор об этом пишут. Депутаты Думы зашевелились, собираются проголосовать за предложение по высылке Распутина. В Москве даже демонстрацию организовали. И чего же они хотели? Вашего отречения, повешения Распутина и заточения императрицы. Вы московский губернатор. Вы должны были остановить беспорядки. Говорят, что Распутин немецкий шпион. Это глупость. В таком случае, вероятно, было бы полезно провести расследование, которое, вне всякого сомнения, опровергнет слухи. Хорошо, только докладывать будете мне лично. Вы меня поняли? 2014 год. На экранах российских телевизоров появляется сериал под названием «Григорий Р». Это экранизация расследования убийства Распутина, затеянная охранкой Временного правительства в 17 году. Дионисий меня зовут. А тебя как? Григорий. К нам-то по что? Ну, а где что? Да я просто все тут ведаю. Зачем к нам-то позвал? Бога узнать хочу. Бог. У нас тут не шибко ты его узнашь. Настоятеля нашего, да дубину его, вот это узнашь. Сам ты что здесь? Да вообще, вот ничего. Но грешок есть один. Запойный я. Так монахи-то меня и терпят. Но... А тут работа и пить-то не дают. Подёгаю топориком за похлёбку да за квас. Глядишь, вот какой грешок-то я отмолю. Скажите-ка. Сейчас,
обстоятельно. Да выйди от народа-то. Ты не стой просто. Ты проберись ты потихонечку-то и попроси ночевки. Звать-то хочешь, небось? Давай, давай, парень, не стой. Не приедут они нынче. Кто? А ком это ты? Ждешь кого-то? С важными вестями? А почему не приедут-то? Не знаю. На днях бот ждет. Говори, кто такой? Откуда знаешь про моих гостей? От них пришел? Или шпионишь? Господь подсказывает. Что он тебе еще подсказывает? Гость твой знатный. Милости от их ждешь. Кто такой? Григорий, странник. Ну, пойдем. Определю тебя на ночлег. Уверен, фильмов о Распутине будет снято еще немало. И у нас, и за рубежом. Уж очень актуальна тема человека, пробравшегося как-то во власть. Непонятно как, непонятно кем бывший. В чем-то привлекательной, в чем-то отталкивающей. Смотрим фильм Лема Климова «Агония».